улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: а у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? У нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а эти ждут, они хотят. А на холодильнике газ. А у нас вода про вас. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый. Огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в четвертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. Слезеньки, ответил Вова. Мама, летит. Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар. Мама Лёвчик, что ж такого? Всех важней, сказала Ната. Мама вагоновозатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо: разве плохо быть потных? То трусы ребятам. Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Повар делает компоты. Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Дело было вечером. Спорить было нечего.